Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Дмитроза. Мы сегодня будем продолжать играть в игру под названием Among Us. В ней вышло хэллоуинское обновление пару дней назад, вот буквально вчера или позавчера. Я обновление снимаю только сейчас, выпускаю вот роличек. Ну что ж, будем начинать. Давайте найти игру какую-то. Ну давайте в спанч. Будем смотреть, чё да как. Давайте сейчас себе какой-то хэллоуинский скинок забадёхаем, такой интересненький. Так, какие у нас есть здесь вариантики? У нас есть Джейсон. У нас есть вот такие вот разные скины. Давайте какой-то хэллоуинский, прям такой прикольненький. Давайте выберем Джейсона, что ли. Ну, давайте выберем Джейсона. Я хочу вот сегодня Джейсоном побыть. Так, пусть будет вот так вот. И питомца. Давайте вот такого вот какого-то хэллоуинского выберем. Донатер. Нет. Нет, я не донатер. Вот такой вот у меня хэллоуинский скинок. Вот такой вот Джейсон. Откуда скины? Мод. Но я только на скины себе скачал мод, чтобы их тут пообозревать. Вот. Да. Читы. Нет, просто мод на скины, а не мод. Нет, просто мод на скины. Никаких читов нет. А где скачал? Боже мой. На сайте. Я не буду говорить, что вы хотите от меня. Сейчас спросит, на каком. Ага, фиг-то там. Вот такой вот у меня хэллоуинский скинок. Какой-то монстряка за мной будет ходить. Вот так вот. Ну, давайте уже подключаться. Люди добрые, люди добрые. Вы посмотрите. Все, мы начинаем. Мы начинаем. А, не знаю, это карта обычная, по-моему, корабль такой. Как раз-таки на ней и вышло хэллоуинское обновление. Два предателя среди нас, я член экипажа. Вы посмотрите, тут тыковки, ничего себе. Вау, вот это да. Так, ну что-то не дергается у меня. Я вот кручу и рчу. Тыквы, сладости разные. Смотри, как круто. Паутина, подсвечники. Привидение, слизь какая-то, вау. Ага. И меня завалил этот гад. Блин. Админ меня завалил, все. Счастье длилось недолго. Даша. Офигеть, уже убили. Какая еще Даша? Смотри, быстро спихивает. Че не репортишь? Ведектрик. Таких ошибок написывает. Это вообще возле килла. А салатовая была. Ты посмотри. Ого-го, все отключились. Никто не хочет быть. Я не репортила. И наш... Я нашла. Все, это сейчас будет кобзда. Даша, давай. Черный, походу, за Дашу проголосовал. Ну, а Даша не будет голосовать специально. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну-ну. Не она, Даша не была предателем. Не была предателем, ай-яй-яй-яй-яй. Поражение. Тут отключился, который был еще один предатель. Так, ну чё, я сегодня по-прежнему буду Джейсоном, вот таким вот Вурхисом, Джейсон Вурхис. Вот, с таким вот крокодябриком, покемоном каким-то, я не знаю, кто это такой. Инопланетянин, пришелец какой-то. Можно было себе какую-то ведьму сделать, можно было сделать тыквенного чувака. Но, в принципе, это тоже круто. Это такой вот скин. Джейсон это вообще из крипипасты, да? Вот так вот. Разные фильмы ужасов. Можно считать тоже как Хэллоуин. Я так лично думаю. Так. Ну, а мы ждем.
Ну, давай. Так я, в принципе, не увидел ничего такого интересного. Ничего я такого не увидел, к сожалению. Я увидел, там тыковки были, какие-то паутина. Так, ля, хочу скины. Я дурак. Задонил на корону. Ай-яй-яй-яй-яй. А чё, корона платная, типа, да? Они тут внизу самые платные или нет? Я не знаю. Ну ничего. Задонил так задонил. Разработчики будут рады. Твоим там, не знаю, сколько там рублей ты задонатил. Так, а ты можешь мне дарить скины? Нет. Как я могу дарить? Дарите. Да, сейчас. Такого нету. Размечтался. Ну, блин, ну а чё? А чё она не грузится? Сейчас я куплю питомца. Ну, покупай. И скин. Он, наверное, тоже с модом. Он врет наверняка. На карте деньги есть. Где? Я не видал нигде деньги. Деньги что-то пишут там. Ну, не знаю, ребят, ну что там, мы тут сидим слишком долго, мне кажется. Сейчас, наверное, будем отключаться от этого чувака. Тут у меня. А, на карте, боже мой. Карточка, я-то думаю, я думал. Ага, вот ты. Молодец. Так, а чё? Ну, я, наверное, купил. Как тебе? Норм напишем. Какой-то просто чат. Блин, ну а чё? Я не хочу так. Я так не хочу. Я, наверное, сейчас от этого чувачка отключу. А, не его. Боже мой, хоть подключается хоть кто-то. О! Заработала, поехала. Поехало дело. Ну давайте, давайте, еще, еще, еще. Уж больно мы слишком долго ждали. Уж больно долго. Мяу. Кто-то там мяу, мяучит. Пацаны, не ливайте ПЖ. Не ливаем. Все, я не ливаю. Я не ливаюсь. Так. Вот ведьма подключилась. Все в таком каком-то хэллоуинском стиле. Все в таких костюмчиках. Не выходите, прошу. Все, наконец-то. 9 игроков. У нас предателей 2 будет на карте. Может быть, даже мне сегодня повезет. Предателем буду я. Ага, член экипажа. Ну, тоже хорошо, в принципе. Поиграем и за члена экипажа. Идемте сейчас вот сюда. Ой, привиденько. Вообще круто. Он стоит там, не стреляет ничего. Вот гад. Оно не стреляло, по-моему. Ай-яй-яй. Предатель, как вы думаете? Но я пока не увижу, что он кого-то завалил, я голосовать за него не буду, пожалуй. Смотри, сколько народу здесь собралось. Все сюда прям забежали. А зеленый последний забежал. Ай-яй-яй-яй-яй. Может, реально он предатель? Но я его подозреваю лично. Я там ничего писать не буду, а то потом меня сольют. Я буду уже прислушиваться к этим, к игрокам. Так, хорошо, хорошо. Так, давайте карточкой проведем те. Не, ну вообще хэллоуинское обновление так-то круто. Но если бы здесь еще кроме хэллоуинского что-то выходило, потому что игра старая. Но ей как минимум год есть. Она просто популярная была не сразу. Это так, 69, 430. Если бы здесь еще каких-то обновлений понаделали, это было бы вообще суперски круто. Там добавили каких-то новых карт, добавили новые костюмы, добавили новые там какие-то режимчики. Это было бы намного круче, если бы разработчики еще делали обновления, так как у них игра эта на первом месте в топе продержалась больше, чем месяц.
добавили здесь какую-то бы валюту, это бы было намного круче. Это было бы намного круче. Так, привет, чувачок. Чтобы можно было покупать скины, какие-то плюшки. Так. Кто? Кто? Где? Ну, где я не буду спрашивать, потому что я, в принципе, не знаю, кто там был. В камерах нашел труп. Угу. Я с черным был. Может, как раз-таки черный? Ну, я не знаю, кто. Вот зеленый мне очень. Итачи. Кто это такой Итачи? Я не знаю, какой-то пацак, наверное. Так. Ну, я пока что скипну от греха подальше. Так, все, писать ничего не буду. За Итачи красный. Мы с ним одинаково это думаем. Либо же он просто предатель, я не знаю. Фух, ну пока что живем. Живем, не горюем. Так, идемте в медпункт, ребята. Ну, окей, я сам отсканируюсь. Тыковки разные, вот это вообще крутяк. Вот, я при нем отсканировался, видали? Теперь фиолетовый знает, что это не я. Или фиолетовый даже ничего не увидел. Фиолетовый. Али как? Идемте, нам куда нужно? Нам нужно в электричество. Сейчас мы сделаем там последнее задание и пойдемте, значит, в это самое. А, в камеры будем следить за всеми. Чтобы никто там грязное дело это не сделал. Так, нам еще два счетчика. Ага. Тут что-то экстренное. Нам нужно модуль починить. Все, я починил. Мы модуль починили. Это для меня задание несложное. Мы погнали дальше. Так. Хорошо. И последний нам, значит, счетчик это возле охраны. Как раз-таки мы его там починим и сразу же в охрану и побежим, чтобы за всеми следить. Хотя в охране там кто-то уже кого-то валил, по-моему. Но мы рискнем. Будем следить. Фиолетовый тут что-то задумал. Красный. Вот там я вижу, бирюзовый бегает. Беленький, бирюзовенький. Черный там что-то. Опа. Тут нас закрыл. Черный я вижу. Черный, черный, черный кот. Прыгнул мигом в дымоход. Так. Погоди-ка. Там у нас свет отключили. Опа! Может, кто-то при нем? Кто? И я в щитах была, так и знала, кто и где. Голубой! Где? Может, реально голубой? И где? Смотри, пишет, не палится, не палится. Возле электро. Почему я? Потому что ты. Я не знаю, но давайте сейчас будем голосовать. Сейчас что-то мы... Давайте кикайте меня, если не я, то фиол. Может, потому что я видел, как ты убил? Так. Давайте за фиолетового. Вот что-то мне подсказывает, что фиолетовый кого-то сдает. Опа, опа, тихо. За Спанча проголосовали. Может, реально фиолетовый, как вы считаете? Оказался предателем. Ноль предателей. Ай, а я проголосовал против фиолетового. Я ему, если честно, не доверял. Ну все, мы обновление посмотрели, сыгранули, затащили. Первая катка была... Меня первого там завалили как-то вообще не фонтан. Ну ничего, в принципе, обновление крутое. Мы его посмотрели. Разработчикам респект, но я бы еще хотел, чтобы разработчики сделали обновление этого, как его, не просто вида комнат, а что-то интересненькое подобавляли. Ну что ж, на этом все. С вами был Ген Мутроз. Мы сегодня играли в игру под названием Among Us. Чуть такое Thank for Playing. Спасибо. Мне даже сказали спасибо за игру. Ну что ж, на этом все. С вами был Ген Мутроз. Мы сегодня играли в игру под названием Among Us. Всем удачи, всем пока-пока.